цьому ж році замахнулися на більше число, замахнулися на 700 тисяч людей. Як і в минулому році підтримала нас Марина Порошенко, дружина нашого президента. Нам повідомили той факт, що президент вирішив вийти також на прибирання в місті Вінниця. Мы решили поддержать эту акцию здесь, в Хмельницком. Мы как бы вот приглашаем всех людей. Первое, это подать те места, которые они видят, где, скажем так, надо убрать. Второе, это прийти 23 числа и поддержать нас. Давайте все вместе уберем 23 числа город Хмельницкий и Хмельницкую область.